Я прилагаю усилия к этому. По поводу правильного прочтения, ну, наверное, бы отметил несколько моментов. Читать внимательно, если книга собственная, подчеркивать самые важные вещи. У меня всегда в книгах очень много различных листков бумаги, где я записываю различные мысли, которые приходят по поводу чтения. И еще бы я добавил, что очень важно обсуждать с кем-то. Когда ты читаешь книгу, очень важно с кем-то об этом поговорить, рассказать. Потому что в этом диалоге оттачивается мысль, насколько ты правильно понял мысль автора или нет. И я бы еще вот такое высказывание сюда привел, что в жизни важно не количество прочитанных книг, а количество понятых. Поэтому очень важно обсуждать, размышлять, писать. Вот. А тем более, когда человек делает исследование, то это очень серьезный процесс.